Борис Шергин. Наш пострел везде поспел. Дом был. Стоял добрым порядком и на гладком месте, как на бароне. В дому отец жил с сыновьями. Старших и врать не знай, как звали, а младшего все шишом ругали. Время ведь как птица, летит, его не остановишь. Вот шиш и вырос. Братья мужики степенные, а он весь как совраз без узды. Такой был шиш. На лбу хохол рыжий, глаза как у кошки. Один глаз голубой, другой как смородина. Нос кверху. Начнет говорить, как по дороге поедет. Слово скажет, другое готово. А ловок был, в рот заедет, да и поворотится. Рано шиш начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, барин с барыней купили землю. Домок построили, садик развели. Да людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласии. Всем на удивление. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денежки считали, а днем гулили, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали и травки не истоптали. У деревенских ребят уши не заживали все лето. Старички походя дрались, а уж друг с другом одни нежности да любезности. Шиш на них давно немилым оком смотрел. «Ужо я вам улью щей на ложку!» И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась, да и заблудилась. И заревела. «О, волки съедят!» Шиш около шнырял. «Бабушка, кто тебя?» «Заблудилась!» «Откуда ты?» «Из Горелого». «Знаю, выведу тебя. Только ты мне службу сослужи». Шиш и привел ее к барской усадебке. «Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой». «Ну, не слепая, вижу». «Ты постучи в окно, барин нос выставит». Ты тяпни по плеши, да скажи, на, барыня, оставь. Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками затравят. Что ты? Они собак не держат, сами лают. Ну что делать, не ночевать в лесу? Побежала старуха к дому, стукнула в раму. Барин, отворите окошко. Толстяк высунулся, кряхтит. Кто там? Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась, да как дернет его по плеши. «На, барыня, оставь!» А сама от окна и ходу задала. Ну и ее шиш на Русь вывел. Этот баринок окошко захлопнул, скребет затылок, а барыня уже с перины сыпалась. «Тебе что дали?» «Как что дали?» «Я слышала, сказали, на, барыня, оставь!» «Ничего мне не дали?» «Как-то ничего!» «Давай, что получил?» «Плюху я получил!» «Плюшечку? Какую, мягонькую?» «Вот какую!» И началась тут драка. Только перья летят. Вот что шиш натворил.